«Добро пожаловать домой», — говорим мы нашим клиентам. «Добро пожаловать в Банава», — говорим мы нашим сотрудникам, коллегам и партнерам. Жизнь в наших домах, так же, как и работу в нашем офисе, мы стараемся сделать максимально удобными, для того, чтобы ежедневные заботы приносили людям радость, а не напрасные хлопоты. Мы заботимся о наших клиентах, делаем так, чтобы они могли почувствовать атмосферу уюта не только в квартире, но и приходя к нам в офис. Ведь впечатление создается из множества деталей. Рассказывая клиентам про наши квартиры, мы продаем не только четыре стены, но и особую атмосферу и эмоции. Здесь, в Банава, квартира становится домом. А после работы мы предаемся творчеству, играя в собственной музыкальной группе The Banava Band. Ведь творчество – это источник вдохновения. А вдохновляясь, мы создаем новые дома сплоченной командой, применяя инновационные технологии, проверенные материалы и работая с надежными поставщиками. Мы очень гордимся брендом Банава и рассказываем о нашей философии всем новым сотрудникам, а также держим их в курсе новостей. Мы заявляем о себе не только внутри компании, но и за ее пределами. Например, принимая участие в спортивных турнирах. Ежегодно убираем самого спортивного сотрудника года. Желающих участвовать в этом соревновании много. Нам нравится здоровый образ жизни. Лучшие в мире дома начинаются с тебя. И это не просто слова. Каждый сотрудник – это уникальная, неповторимая часть единого целого. С особым трепетом мы заботимся об атмосфере в нашей команде, уделяем внимание идеям и новым инициативам. Эффективная коммуникация внутри организации – это важный аспект бизнес-успеха. Для нас ценен каждый сотрудник и его вклад в понимание информации. Поэтому мы регулярно проводим информационные собрания в офисе. И самое важное, что работа каждого из нас приближает нас к минуте, когда мы можем сказать счастливому клиенту «Добро пожаловать домой».